Коллеги, всем привет. На мойке самообслуживания начался сезон нормальной погоды. Все моют свои машины и хочу показать, как, грубо говоря, в домашних условиях самомоек уже везде хватает. Можно помыть машину качественно, в принципе, недорого. И что для этого нужно? Для этого нам будет нужно, грубо говоря, два состава и две тряпки. Первый состав для очистки дисков кислотный. Второй состав – это универсальный, который мы малярки чистим вообще все, но его огромное преимущество – он смывает мух с капота, с лобовых стекол. И можно, если что-то нужно, дочистить по салону, какие-то мелочи. Это не химчистка, но просто какую-то пылюгу погонять по салону можно. Также нам нужно будет волосатая перчатка, варежка, что угодно для второй фазы мойки. И фибра чистая, нормальная фибра, именно для сушки автомобиля по оконцовке. С чего начинаем? Сразу обрабатываем диски составом. Он посмывает все металлические включения, колодочную пыль и всякую вот эту ерунду. Как только он вступит в реакцию, пойдет оранжевая, оранжевым будет стекать. Мы это наносим прямо под активную пену, под первый номер. Они друг другу в принципе не мешают, то есть каждый отработает, уже видно, как идет реакция. Сейчас включится свет, будет гораздо лучше видно. И универсальным этим очистителем сразу запшикиваем также под активную пену все, где у нас мухи погибли. То есть это лабаш, верхняя часть стекла, фары, номер, ну и капот. Хотя бы частично именно передок. Пока внесем деньги для оплаты, пройдет несколько секунд. И в принципе составы уже отработали. Можно на них наносить активную пену. Заодно посмотрим, во сколько денег мы помоемся. Мыться будем двумя стадиями. Начнем с 40, и мне нужен очиститель. Синий пистолет. Поехали. О, да будет свет. Наносим пена. В принципе, тут какой-то очиститель, который тоже имеет некоторые свойства по смыванию всего этого говна. Но посмотрим, как он отработает. Пару минут будет достаточно, чтобы... Да даже не пару минут, полторы минуты будет достаточно, чтобы отработал этот состав. Можно, в принципе, открыть, если сильно грязные дверные проемы, с дверных проемов повымывать. Но у меня вроде не все так плохо. Я не буду туда сейчас лезть. Пока что перчатками ничего не трем, варежками, потому что до хрена очень песка и всякого налипшего. Машина ничем не обработана, это просто обычный лак, поэтому к нему все хорошо прилипает. Нужно подождать, пока пена это все подожрет, и можно будет смыть хотя бы всю статику перед нанесением второго этапа мойки, второй фазы. 8 гривен у меня ушло на то, чтобы накинуть пену. Ну, вот эту вот моющую. Ну, она, видишь, она как бы и не пена, но такое. Сейчас смоем ее и накинем активную красную пену. Так, осталось чуть больше минуты. Нажмешь воду под давлением, а я пойду к пистолету. Подожди. Тут нужна командная работа. Давай. Thank you.
принципе, мухи, которые были дохлые на капоте, на стеклах, они поотмывались. А вот я забыл попшикать на зеркала боковые, вот тут мухи не поотмывались. То есть вот эти трупики все остались. Значит, состав, который есть на мойке, он мух, в принципе, нормально не смывает. А All Purpose, сейчас еще раз попшикаю на стекла сюда, где забыл попшикать, чтобы все нормально отмылось. По колесным дискам, в принципе, чисто все с первого раза. Нужно будет просто машину прокатить чуть-чуть, чтобы можно было, сейчас мы это прям сделаем, чтобы можно было с другого ракурса вымыть, все повымывать. Пшикаю на... перед второй пеной на зеркала. Вот тут не вымылось. Туда сейчас еще пшикнем, чтобы все было у меня отмыто. Нанесем пену, такую густую, и уже вручную перчаткой помоем. Еще раз по дискам, там где я не достал с первого прохода. Пока что мы полностью укладываемся в 40 гривнах еще. То есть вообще мойка будет такая, эконом-эконом. Берем активную пену. Ага. Только надо выстегиваться. И поехали. А чуть-чуть не хватило. Давай докидываем еще. И теперь можно быстренько пробежаться мягенькой варежкой. В принципе, статики на кузове, вот этой прилипшей грязи, песок и все остальное уже нету, поэтому я, не церемонясь, сверху вниз все подряд растираю. Да, я, конечно, так на работе быстро не мою машину, потому что там время не тикает. Там все включено, ничего не выключено. Ну, скажу так, в принципе, по времени, лянь, ожидания... Еще полторы минуты мы успеваем пройти всю машину, протереть. Ночь. Крыши частных секторов. Собаки воют со дворов. Все. Есть. Давай.
Я понял. Так, это уже было 60, да? 80. Ну, теоретически хватит, чтобы отмыть. Четко, 80 гривен. Так, ну мы, в принципе, никому и не мешаем, мы тут и останемся. Теперь нужно дотереть. Дотереть воду. Ой. Берем микрофиберу. И поехали стаскивать ее. Чем меньше движений по машине тряпками и руками, тем меньше на ней царапин. Все очень просто. Ух! Иди сюда! Классно собирает микрофибра, просто великолепно. Ага, бесплатное освещение закончилось. Ну, смысл такой, не сэкономить на микрофибре и не царапать машину. Нормальная микрофибра сейчас на сегодняшний день стоит уже не так дорого, чтобы на этом экономить. Поэтому не пожмотесь купить и киньте ее себе в машину. Она реально хорошо будет вам служить. Самое главное, долго. Потому что машины мы моем не каждый день. У нас такие микрофибры на работе в ходу ежедневно, и им сносу нету. По факту один обход в круг, машина сухая. Больше по ней дотирать в принципе нечего. Ну, кроме дверных проемов. Стекла сухие, кузов сухой, разводов не будет. Вложились 80 гривен. 80 гривен это у нас сколько? $3. Даже меньше.
$3 и самой химии мы потратили, ну, может быть, еще центов на 50 аж. Все. 3,5 бакса, у вас нормально вымытая машина, сухая, чистая, без царапин, потому что смыли все. Ну, дверные проемы, салон — это отдельная тема. Как бы этой микрофиброй перед ее стиркой, ну, ополаскиванием и сушкой можно протереть уже проемы. Мы ей кузов мыть не будем. Все. Мойка окончена. По времени это занимает, ну, в общей сложности минут 20. Не больше, то и меньше. $3,5, и вы сами помыли свою машину. Круто. Но химия в большей части решает именно качество мойки. Мы же не знаем, что льют тут, но по факту мошек не отмывает та химия, которая налита тут на мойке. То есть, если бы я с собой не взял, у меня все стекло было в мошках. Как-то так. Есть вопросы в комментарии. Я желаю всем удачи. Пока.